Владимир Новиков. «Пень и печуга». Одиноко старому пню в роще с наступлением осени. Еще вчера общались с ним в теплый день и бабочка, и стрекоза, и шмель, да и другие обитатели рощи. Садились на его теплую макушку, грелись на солнышке, радовались своим приятным жужжанием, трепетом крылышек, звонкой песенкой. «Где они теперь?» — подумал старый пень. «Хочется ему все так же с кем-нибудь пообщаться». Вот бежит мимо ежик, весь в сухих листьях. «Остановись, ежик!» — окликнул пень. «Поговорим, как бывало. Отдохнешь, на солнышке погреешься». «Некогда, некогда!» — проворчал ежик. «Тороплюсь, постель мягкую на долгий сон стелю. Зима приближается». Вот прыгает с ветку на ветку белка. «Остановись, белка!» — окликнул пень. «Поговорим, как бывало. Отдохнешь, на солнышке погреешься». «Некогда, некогда!» — набегу, проворчала белка. «Тороплюсь, орешками запасаюсь. Зима приближается». А вот тащит сучок муравей. «Может, он остановится?» «Стой, мурашка!» — окликнул пень. «Поговорим, как бывало. Отдохнешь, на солнышке погреешься». «Некогда, некогда!» — прокряхтел под ношей муравей. «Теплый дом себе строю. Зима приближается». Пень грустно вздохнул. «Всем некогда. Все делом заняты. А если кто-нибудь в роще, у кого дела нет?» И тут неожиданно на теплую макушку пня села маленькая печуга и весело заговорила. «Я свои дела закончила. Детишек вывела, выкормила и в самостоятельный полет отправила. А теперь вот сама улетаю в теплый край, на юг. Зима приближается». Печуга спела на прощание старому пню свою короткую песенку, а потом вспорхнула и улетела. Недолгая радость общения закончилась. И тут пень наконец понял. Действительно, зима приближается. Пора и самому к долгому сну готовиться.